В Акмулинском университете состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Медиабезопасность и профилактика правонарушений молодежи в социальных сетях». Конференция проходила в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017 и 2020 годах. В качестве основных организаторов выступили БГПУ имени Фатхетдина Акмуллы и Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан и Духовного управления мусульман Башкортостана. В пленарной части участники конференции представили свои доклады. Выступающие говорили о медиабезопасности в историческом, образовательном, социопсихологическом и правовом полях. Мы должны понимать, что интеллектуальная собственность охраняется законом, поэтому те объекты, которые размещены в сети интернет, должны использоваться только с согласия правообладателя. Сейчас, к сожалению, это наиболее популярные нарушения, имеющие место в сети интернет. Использование произведений науки, литературы, искусства, то есть фильмов, музыки, различных произведений без разрешения правообладателя. То есть мы должны понимать, ответственность за совершение данных действий, она предусмотрена нормами различных отраслей права. Это и гражданское право, конституционное, административное право. То есть такое использование возможно лишь с согласия правообладателя, иначе есть риск совершения правонарушений. Также прошла работа секционных заседаний, круглых столов и тренингов. Обсуждались психолого-педагогические аспекты обеспечения медиабезопасности и профилактики правонарушения молодежи в социальных сетях, правовые средства защиты несовершеннолетних от угроз в киберпространстве и другие темы. На самом деле, вы знаете, сегодня дети действительно очень рано начинают проявляться. Самое главное, наверное, не начать с какого-то времени родителям не допускать детей до интернета, а именно в течение всего вот этого раннего детства занимать их чем-то другим, используя интернет как информационный ресурс. И тогда такой проблемы у родителей не будет, то, что дети, так сказать, засели в интернет. И они будут его использовать именно как образовательный контент. В завершении мероприятия основными докладчиками совместно с модераторами секции была принята итоговая резолюция с учетом поступивших предложений и замечаний.